мне выпала честь открывать выставку Иван Охремчик, мастер эпоха Люди. Выставка приурочена к 120-летию со дня рождения художника. Она представлена из собрания Национального художественного музея Республики Беларусь, дополнена работой Ивана Осиповича из собрания Витебского областного краеведческого музея. Почти стекает. Это вообще-то гениально. И посмотри, как это у нас. Да, это очень красиво. Да, видишь, как он очень хорошо смотрит на свои ручки. Делает композицию, делает решение. Нет, он большой молодец, что ты при этом, при тех условиях, без которых он вылетел. Можно сказать одно. Многие мастерствознавцы, кажучи про все это, кажуть, шкода Охремчик сгубил себе наполову на педагогичной праце, а наполову на праце над идеологичными, подкреслены идеологичными працами кшталту оборонцы Брестской крепости, уваходжение там Червоной армии у Гомель и іншие, другие з'езды РСДРП, справді вельми отказно працював. І от угледжені сьогоднішнього дня ми глядзім і бачимо, наскільки він видатний і тонкий колоріст, наскільки він видатний живописець. Непростого времени, це ж 30-ті роки, це ж времена, про які ми говоримо, як времена культу личності, потім дуже така складна епоха, зв'язана з тими преобразованнями, які Хрущов і Осипів проходять.